не доеду, уже наоборот повысились, бензина нет. Всем привет, народ. На канале Володи Гейм вы, да, попали все-таки. Ну что, хочется поделиться тем, что я не только игры снимаю, да, но еще и квадроциклы. Вот такой вот боец у меня. Что, давайте пройдемся, что ли? Обзор на него потом, как он себя ведет. У меня есть еще один. Я решил, в общем, ну, типа, снять пародию на Ильдар Автоподбор. Ну, будет весело. Должно быть, по крайней мере. Ой. Ну, не с этим квадроциклом, а с другим, который не заводится. Вот, и как-нибудь сделать, типа, что там есть Олег Электрик, да, там, механик, Ильдар, Слава, может быть. В общем, что хотелось бы отметить. Я уже поймал на нем гвоздь. И, наверное, видос надо будет монтировать, поэтому сейчас я камеру переверну. Да. Вот, в общем-то, вот в этом клише где-то гвоздь. Его надо вообще по-хорошему сделать. Где он, я не знаю. Ну, в общем, ладно. Дисковые тормоза, но не по кругу, только задние диски. Вот, видите, цепь кривая, это потому что вот это вот... Как, я не знаю, как это называется, крепление, но, в общем-то, задняя ось. Мало того, что вообще вот тут разболталась сейчас, так еще она, видите, она касает. Мы вообще наваривали тут с другом вот эти. А новую найти я не знаю, где можно. Вообще это ТВ Classic 8 называется. Но, как вам объяснить-то? Тут 125 кубов. Вот. Но маркировка на двигателе... 49 кубов где-то тут должна быть, я видел. Вот через камеру смотрю, не вижу. Ну, в общем, у меня права все равно есть на квадроцикл. Вот. Так что ничего страшного. Смотрите, как красиво. И не очень. Вот, сейчас опять карбюратор почему-то сбивается. Карбюратор написано Made in Japan. Натуре такой Japan, вообще не понимаю, как оно работает. Каждый раз приходится настраивать. Вчера настраивал, все нормально было. Сейчас опять завожу, он через раз работает. Вот опять настроил, вот такие вот настройки выставил. Вот, фильтр бы еще до конца в этом. Коммутатор новый поставил. Он, кстати, был тоже не на ходу. Я его починил. Вот. Что вам интересно рассказать? Вот резину. Тяжело найти на них. В итоге нашел на... Ну, точнее, колеса найти не резину. Колеса вот эти нашел нормально на Валберс. А найти диски очень тяжело. Вот, диски бывали, ну, лопались. Ну, не на этом квадроцикле, но похожем. Пришлось искать на Авито. Поставили передний свет. 12 вольт тут аккумулятор. Так светит. Еще вот эти работают, но они желтые, галогеновые. Давайте издали посмотрим, как вообще выглядит. Красавчик, да? Ну, вот это колесо скоро, это ханаем. То ли снег, то ли дождь идет. Круто! Вот. Так, выключил. Снова здрасте. Вот, в общем. Вообще он едет 65. Но такое ощущение, что если карбюратор по-другому настроить, то он поедет быстрее. Вот, тут вариатор. Другой у меня механика. Барабаны спереди. Давайте посмотрим. Наверх не видно было. Вот сейчас видно. Это барабаны и тормоза. Вот, в общем, история интересная. Что, это на камеру попало? Типа, это вот такие засветы. О! А история интересная, я пока вот собирал, перепутал провода, и у меня стоп, двигатель был, на передний тормоз нажимаешь, вот этот, и он тормозит. Он, в смысле, двигатель тоже полностью останавливается. Где он тут? Во, вот этот. Вот, нейтраль, драйв, ну и R задняя. Все, давайте посмотрим сейчас, как заведется. Так. Зажигание включил. Сейчас вот это немного. Надо просто вниз опустить еще кое-что. Все, нормально. Катайтесь только со шлемом. Я снимаю без шлема, потому что неудобно с камерой со шлемом. Включил первую, поехал. Вот, смотрите. Ай, ему убиться бы. У-ху-ху.
там едет. Ну, потому что кто-то так карбюратор поставил. Если закончится бензин, то будет плохо. Я не знаю, сколько на бензин. Ну, собственно, я посмотрел, на сколько уходит, я не курсе. Что, поехали? Как вам? Вот так вот. Или лучше вот, вот так вот. Конечно, не бездорожный для этого квадроцикла, но он, считаю, подростковый, так просто в деревне покататься. То есть ничего особо от него не ждите. Вот. Не для таких целей он создан, чайник выбросили. Вот, надеюсь, вам такой контент понравится, зайдет, потому что я еще зимой буду на нем. Вот. Когда-нибудь я накоплю на квадроцикл побольше. Может быть. Интересно, с тобой справляется, нет? Вот смотрите, вот сейчас будем переезжать вот этот ров. Вот на камеру кажется вообще маленький. У меня вообще сейчас бюджет большой. Так, давай вот тут катнем. На нейтраль скинул. Без монтажа, без всего. Так. Кончается бензин, надо ехать домой. Ну что, тогда поехали домой, если бензин кончается. Ну, в смысле, я как поеду, правильно? Ну, он потраивает. Потому что только бензин нет. Ну, в смысле, мало. А может, нормально. Надо будет потом, может быть. Опять как в гору едет. Страшно. А что я себя снимаю? Надо это снимать. Как я еду. Правильно? А ну, поехали. По сторонам смотрим. Видите? Давай вот так. Не, не доеду, уже оборот повысились, бензина нет. После дома включения.
что как-то так закончилась серия. Ставим лайки, подписываемся на канал. У меня кончился бенз практически. Так вот, было круто. Подпишись. Вот и лайкусик поставь. Будут выходить такие покатушки. Но как-нибудь дело поинтереснее. Просто бензина мало, оказывается. У меня канистр где-то даже не могу найти. Вот. Чё? Игровое видео выйдут в понедельник, наверное. Потому что я в деревне. Какие пироги. Тогда всем удачи, всем пока-пока, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Попытался подрифтить.